Два матча, две победы. Российская сборная по волейболу успешно стартовала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В составе нашей национальной команды честь Ульяновского региона защищает либеро Анна Малова. Первый поединок против сборной Аргентины россиянки довели до уверенной победы – 3-0. Второй тур группы А также остался за нашей командой. 9 августа российские волейболистки обыграли кореянок со счетом 3-1. 7 августа в Димитровграде прошел второй этап турнира «Фидер-2016» по спортивной рыбалке. Участники соревнований распределились по секторам, и после первого заброса снасти началась борьба за улов. Временные рамки организаторы первенства установили довольно жесткие – всего по 3 часа в первом и втором турах. После 6 часов подвели окончательные итоги. Больше всего рыбу удалось поймать димитровградцу Максиму Сажину. Второе место у гостя из областного центра Руслана Эршева. Бронзу завоевал Константин Иванов из города Атомщиков. На протяжении 3 дней 12 команд пожарных частей регионального МЧС выявляли лучших на мини-футбольной площадке. В завершающий турнирный день за награды состязаний боролись уже 4 сборных. Команда пожарно-спасательных частей 11 и 16, команда ПСЧ номер 18, команда 3-го отряда ФПС по Ульяновской области и команда специального управления ФПС номер 87 МЧС России. В полуфиналах победу одержали сборные 11-й и 16-й ПСЧ и команда пожарно-спасательной части номер 18. Впереди финал, где уступать победу соперники были не намерены. Однако в этот день футбольная фортуна оказалась на стороне сборной 11-й и 16-й ПСЧ. Одержав победу со счетом 4-0, команда стала победителем турнира.